Следы от пуль на стене, обои, кресло императора. Именно так выглядела комната в подвале Ипатьевского дома. Здесь в ночь 16 на 17 июля 1918 года расстреляли царскую семью. Историки попытались максимально точно воссоздать атмосферу этого места. Данная замечательная выставка как раз показывает все, как было. С историческими фотографиями, пояснениями, копиями документов. И она представляет интересы для краеведов, и для историков, и для православных, и для мирян, потому что нам нужно знать свою историю. Не меньший интерес вызвала и православная ярмарка. Она открылась рядом с исторической экспозицией Романовых. На рядах именные иконы, церковная утварь, монастырский мед, травяные сборы. Продукцию представили более 200 храмов России и стран зарубежья. В этом году очень много новых участников. Впервые у нас участвует монастырь из Греции. Богородицы Пречистая, можно тоже подойти познакомиться с экспозицией. Вот. Поэтому каждый год стараемся привести что-то новое. В день открытия на выставке не протолкнуться. По словам организаторов, с каждым годом среди посетителей все больше невоцерквленных людей. Семейные пары, пенсионеры и молодежь – те, кто не принадлежит христианской церкви и не участвует в церковной жизни. Каждый год ее уже ждешь, приходишь, и тогда уже получаешь впечатления, какие-то новые эмоции. Прикладываешься к иконам, читаешь надписи, какие монастыри сюда приезжают, и как бы проникаешься этим единственным участием. Ну и по мере возможности, конечно, уже стараешься где-то записочку подать, где-то жертву положить. Выставка давно вышла за рамки привычной демонстрации. Сегодня это миссионерско-просветительский проект, который насыщен ежедневными мастер-классами, показом православных фильмов и встречи с именитыми писателями России. Ознакомиться с программой подробнее можно в СКК имени Блинова до 18 февраля. Ксения Туечкина, Антенна 7.